Всем привет! Сегодня очередная посылка, распаковка. Видео будет тоже несколько ответов на ваши вопросы. В общем, можно считать, что такой микс будет из видео. Посылка, подарок от Писила Мастера. Большое тебе спасибо за посылочку. Так, открываем. Посылка не то чтобы тяжелая, но такая, знаете, громоздко. Так, и еще одна коробка. Кстати, ребят, кто пользуется новой почтой, вот просто коробка без наполнителя роли вообще никакой не играет. То есть если оно у вас где-то стукнется, ударится, то стукнется, ударится, тот картон миллиметр два ничего вам не даст. Так, запаковано, конечно, скотча не пожалел. Так, ну ответ на ваши вопросы сразу будет, я вам скажу какой. Вы спрашивали, как быстро проверить в домашних условиях, вообще стоит браться за винт или не стоит браться за винт в плане ремонта. Не знаю, может вы где-то там на рыночке на каком-то хотите таким образом покупать дисков и понапроверять их на работоспособность сразу. Наверное, ради этого такие манипуляции вы так заморачиваетесь. Но я вам сейчас расскажу. Ну, кстати, я вам хочу сказать, для тех, кто хочет, в принципе, такое провернуть, что вот пришел там, где диски продают по фиксированной цене со своим ноутбуком, то я вам хочу сказать, что, наверное, люди до вас уже копались. Самое лучшее приобретение будут это непосредственно у пользователей. Так, ну у нас Писила Мастер нам передал Samsung на, похоже, 250 гигов. Тут наклейка заклеена, размер, а вот здесь на наклейке на это написано, одной наклейкой вторая заклеена. Здесь он весь исписан, 500 гигов ВД. Ну, посмотрим, что с ним. И из 2.5 тоже 500 гигов Seagate. Теперь по большим. 200 гигов Samsung, и его, похоже, вскрывали. Так, DeskStar, и его тоже вскрывали. DeskStar у нас, так, второй SATA, без понятия. Без понятия, почему узнал, что его вскрывали. Тут должна быть защитная пленка сверху на этом винте, даже прозрачная, но ее нету. И этот тоже вскрывали, тоже DeskStar Hitachi, по-моему, на 250 гигов. Это я по LBA, по секторам просто смотрю, 488 миллионов. Так, что-то я растерялся. Ну смотрите, проще всего, что делать там? Проще всего, конечно, имея ноутбук с хорошей батарейкой. Сейчас мы с вами сделаем вот так. Новый такой будет ракурс. Смотрите, ноут с батарейкой, да? Программка Sentinel. Ну и карманчик. Карманчик, как обычно, любой. Можно платкой, можно в форм-факторе. Мне там ссылочки кидали кто-то на Али, уже он идет в пластиковой оболочке с литым шнуром, ну как бы это лично ваши заморочки, какой, в принципе, любой SATA-1, SATA-2 вам подходит, SATA-3 не берите, я уже объяснял в прошлых видео почему там. И подключаем и смотрим по вибрации в руке, чувствуем, он у нас раскрутился.
крутится, не щелкает. Сразу обращаем внимание, что все, что щелкает, все сложнее починить. Лучше брать то, что не щелкает. Ну и, кстати, как вы видите, не определяется. Поэтому, как бы, без понятия. Надо его смотреть, ковырять. То есть, каждый для себя делает выводы сам. Хотел бы он брать или не хотел бы. С 3,5, конечно, тут уже так в полевых условиях вы не проверите. Так, берем наш 500 гигов ВДМ. Чувствуем. Раскрутился, стал щелкать. И потух. То есть будем смотреть. Может, на донора пойдет. Так. Samsung. Тоже подключаем. Раскрутился. Определился сразу, слышите по звуку. Есть постукивание самой головы, что свидетельствует, что надо его смотреть, что что-то с ним не так. И долго определяется. Мы же с вами знаем, что долгое определение винчестера свидетельствует о или проблеме с поверхностью, или с проблемой с MBR. Это единственный живой винт на 2,5. Сейчас по здоровью подгрузится. Давайте, чтобы вы тоже увидели. Видите как? И здоровье 0%. Ну, тут у нас мы смотрим ошибка RAV. Идет. Мы знаем, что Samsung этим страдают из-за ошибки клапана давления. За саму поверхность надо посмотреть. Может быть, сделаем. Переходим сюда к 3,5 кармашку. Так, запускаем. Пошел крутиться. Набирать обороты. Щелкает, как вы видите. Ну, неудивительно, если его вскрывали. Посмотрим. Может, на магнитике пойдет. Или как донор. Куда-нибудь пристроим. Еще следующий у нас, по-моему, 500 гигов, то 976 лбла. Ого. Тут надо срочно смотреть голову, потому что такое ощущение, что она режет по винту, по блину. Так. Последний. Раскручивается. И опять стучит. Ну что уж тут поделать. Получается, полуживой только один. Со всех подарков. Интересно. Ну да ладно. Такое вот видео с ответами на ваши вопросы. В общем, всем пока.